еще не могу не спросить про Мэтью Андерсона. Как я понимаю, на турнире его не будет. Можно ли его еще называть игроком Зенита или он будет с командой? Ну, пока не приехал. Давайте я отвечу на этот вопрос. Значит, мы получили письмо от его агента, что по политическим соображениям, по семейным, там предписано то, что баскетболистку у нас в тюрьме сидела, что правительство Америки не рекомендует американцам ехать в Россию, и он не готов приехать. От него еще не было никаких еще письменных объяснений. Вот на сегодняшний день как-то так. Каким образом вы узнали об этой позиции? Из прессы. Нет, по поводу письма, да? Извините, я помешал. Это письмо получили, мы официальное письмо получили от его агента. До этого мы ничего не обсуждали, пока были какие-то слухи прессы и все.